С 2,5-3 лет у ребенка наступает сензитивный период развития социальных навыков. Он уже очень многое понимает, поэтому готовить ребенка раннего возраста к появлению брата или сестры надо обязательно, говорят психологи. Конечно, учитывая особенности его возраста, расскажите. В первое время малыш не сможет с тобой играть, но мы будем держать его за ручку. Или большую часть времени он будет спать, кричать и есть. Иногда маленькие дети плачут, потому что для них это единственный способ сообщить, что им нужно. Особенность человеческой памяти такова, что человек ничего не забывает. То есть все откладывается. Другое дело, что мы далеко не всегда можем это вовремя достать. То, что произошло с нами, запомнили. И у ребенка 2-3 лет все равно сохраняется ощущение, что какое-то время он был одним, он был единственным. И эта ревность, она будет присутствовать. Поэтому, наверное, все-таки лучше сказать о том, что скоро у тебя появится еще братик или сестренка, если уже известен пол, особенно в 3 года, когда ребенок уже достаточно много понимает. И для того, чтобы исключить проявление достаточно бурной ревности или попыток ребенка дать младенцу то, что малышу категорически не подходит. Ну, бывали случаи, когда трехлетки из добрых побуждений пытались накормить малыша там, пельменями или дать кетчуп, это же так вкусно. Зачем? То есть объяснить, что появится малыш, с которым вы достаточно быстро будете вместе гулять, вместе играть.